Начинаем заниматься. Проходите. Давайте я у вас тоже спрошу, а как у вас вообще проходят занятия и что хорошего в школе дизайна? Занятия. Ну, очень интересно, вот вы были последние изучения тестов. Немного есть, что вам рассказать, но сначала я бы хотел, чтобы вы рассказали друг другу то, что я вам рассказывал. У вас есть какие-то задания, да? Ну, честно говоря, я хочу сам вам рассказать то, что было в прошлый раз. Потом подумал, думаю, давайте мы сами это делаем. Давайте, знаете как, 15 минут на то, чтобы нарисовать схему. А можно использовать информацию, которую вы получили? Да, конечно. Да. И, соответственно, расскажите, пожалуйста, друг другу то, что я вам в прошлый раз рассказывал. Понять, это значит представить так же, как я. Понять меня, значит представить так же, как я. Ну и понять кого-то, значит представить так же, как он. Соответственно, я хочу посмотреть эту схему. Давайте мы сделаем так. На эту работу 10 минут. В 19.26 мы закончим. Thank you.
Для меня.
смыслом значения. Я бы интересовал для себя, да? Я бы рисовал майндмэп, конечно, не стал повторять я. То есть вот для меня в прошлый раз важны были принципы некого нового взгляда. Вот один из важных принципов в том, что коммуникации нет. Для меня это ключевое значение. Еще для меня из таких важных принципов было представлять, как я запоминаю. Очень важно раскрыть схему, я же важно сделала, она для меня бесполезна. То есть я не могу ее воспринимать. Я ее рисую, я понимаю, что я не помню процентов, потому что Максим про нее говорил, хотя я говорил, было круто. Да, вот я запомнил. Значит, основные принципы нового подхода, о котором я говорил, потому что коммуникации нет. Схема равняется содержать под властью. Схема равняется держать под властью. Ну да, кто знает. Ну да, кто знает схему, надо держать властью. Да. Ну, мне кажется, полезно помнить какие-то основные принципы, основные идеи подхода. Схема там. Повторить опыт Максима мы не сможем. Мы не сможем столько лет потратить операционные деньги. Подход не сможем повесить свою практику, это бесполезно. Мы можем иначе планировать. Я уже открыл очень прикольно. Что мне еще? Смотрите в свои, что вы себе подчеркиваете. Еще мне очень понравилось о том, что управление это ДДО. Еще я спрашиваю лекцию, вынес новый смысл слова. И это мне очень понравилось. Новый смысл слова проблема. Это что-то брошенное вперед. Ну, то есть это рождественная задача. Я ее проверил, У меня было. Проблема – это брошенная вперед задача. Но проблема к нам пришла из польского языка во времена Петра Первого. В польском пришло из латыни, а в латыни пришло из греческого. В начальном слове проблема действительно дождественная задача. У нас сейчас проблема, что негативная задача – просто задача. В оригинальном выражении проблема абсолютно дождественная задача. Сейчас они усложнили. В моем контексте, когда мы выделяем проблемы, имеем два отношения. Негатив, и второе – это проблематика ситуации. Это вещь, которую надо решить. Сейчас, я говорю про источник. Мне было важно, что сильно в древности проблема имела только задача. Не было только негативных оттенков раньше, вначале. Это было интересно. Еще мне было интересно новый смысл понятия слова «проект». Проект – это «project». А проект это как прошлый вперед. Да, в лучшем посещении. Тоже я иначе взгляну на проект. Ну, вот для меня тоже было самое важное. Ну да, цель тоже была. Да, цель положить вперед, слышал, что можно положить. Еще да, это тоже проблема. Да, для меня еще было очень смысл слова «раб», который означает «ребенок». Раб ребенок, много народу посвятил, реально никто не знал. Раб ребенок, я не знаю, как изменяется. Это просто история. Коммуникация мне понравилась в разных уровнях смены. Я ее тоже не произношу. Но это для меня так пойдет. Мы обсуждаем, что было. Повторяем, что было в прошлый раз. Максим просил нас нарисовать схему, представить мне схему. Когда мы рисовали повторение вот несколько уровней проекта, мне удобнее нарисовать по инвентарю. Точно. Не пошел. Разделять.
Вот я проверял все варианты, я не нашел такого варианта, честно сказать. Не буду интересно. Ну, под вопрос. Не нашел, не значит, что. Чем мне еще понравилась идея о моделировании? Потому что понимание дальше связано с моделированием. Вот принципы, да, вот это представление понимать, из этого следует, что важно моделировать, представлять, как это. Я даже с вами стал делать презентацию иначе, то есть я прям должен задать вопрос, как это должно выглядеть. Не идеи, что мне сделать, а какое дизайн, что делать. Сайт, продукт, проект. Цель мышления очень мозг меняет, конечно. Что еще? Видите, что когда ребенок друзья, я смотрю, две команды у нас завершили уже работу свою, поэтому у меня большая просьба к вам. Сейчас у нас будет следующий шаг. Два человека от вашего стола пойдут рассказывать вашу схему на соседний стол. И, соответственно, вот мы так пройдем. Вам нужно выбрать двух человек от себя, которые смогут презентовать эту схему соседям. И мы таким образом совершим переход три раза. По 5 минут. Некоторые горячие. Значит, выберите, пожалуйста, двух людей, и можете приходить, я буду просто засекать время, и вы будете рассказывать свои. Я думаю, что вы просто начинаете стрелкой, вы будете передвигать. Не знаю, как вы считаете, что живой, а уже нет.
Московская лежит чем? На управляющий слой у нас кто находился? Инвестор, который в совете директоров принимал участие. Диор, он не говорил, что делать, но он был в курсе, что происходит, и ничего не мог корректировать, что ли. И Диор проекта, который основной драйвер этого проекта, у которого как раз и горела вот эта цель, был исполнительный директор, который отвечал за выполнение намеченного плана. И дальше в управляющем слое у нас также включен потребитель, но с потребителем связь была достаточно слабая, потому что все строилось по принципу, мы знаем, что нужно делать, а связь с потребителем была слабая. Да, мы знаем, что они хотят, мы сделаем так. На самом деле, я считаю, что это тоже слабое место, потому что связь была слабая. И по поводу трендов, тренды были такие, что рост рекламного рынка в интернете и рост самостоятельности людей в получении информационных услуг. То есть люди стремятся самостоятельно получать информационные услуги, а не прибегать к помощи посредников. Это видно, например, по рынку туризма. То есть тренды вот такие вот учитывались. На исполнительном слое, собственно, был исполнительный директор, и сами исполнительные структуры выглядели таким образом. Ну, то есть сейчас, если рассматривать эту структуру, то видно, что у нас слабые места были как раз связь с потребителем, слабые места был недостаток знаний в области интернет-бизнеса на этапе старта проекта. Ну, так вот, по поводу будущего, правда, там, показать эту схему. Но на самом деле картина за время существования проекта не сильно изменилась. Знания не сильно выросли, связь с потребителем не сильно увеличилась. Там, это я не знаю. Давай. Объясняем по теме предыдущих занятий. Друзья, давайте я добавлю время, 3 минуты. Постарайтесь остальное все уложить в 3 минуты. Вам
Вы закончили? Да. Ну, давайте еще минуту подождите, ладно? Нет, а вы переходите на следующий стол. Мы не успеем. А уже все столы. А? Уже все столы у нас уже перечислены. У вас было? Да. Но все пять столов уже вроде как поменялись. Нет, еще раз. Да ладно, что если не уверен, поменялись. Значит, вы переходите на этот стол. Это все, на самом деле,
Я
Работа нашей команды, даже если это не будет, то это не будет.
Я думаю, что директора, 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 директора,
Значит, это хороший пример того, как мы по-разному себе представляем и понимаем друг друга. То есть, в принципе, я бы что хотел получить? Ну, точное повторение схемы, которую я делал в прошлый раз, и там точный рассказ, ну, более сжатый об этой схеме. Значит, мы получили, естественно, это же понятно, четыре разных представления, которым вы обменяете. Ну, вот если сравнить, то, конечно же, разные, да? То есть, визуально. Значит, и понятно, что вот это может быть визуально, это такое важное очень слово, потому что, может быть, дух какой-то как бы остался того, о чем мы разговаривали. А как это все заменилось в наших словах? Жестов и знаков вы можете наблюдать. То есть мысль непередаваема, и мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Вы представляете, насколько непередаваемы тогда те мысли, которыми мы собираемся менять мир? Наше представление о том, как должно выглядеть все в жизни. Мы это чувствуем, каждый сами по себе, и пытаемся рассказать другим, получаем, ну, в этом случае 4, потому что у нас 4 стола, а в других случаях сотни по-другому отраженных мыслей. Ну и в этот момент я бы хотел, конечно, рассказать о том, как двигаются мысли в эволюции человечества и в пространстве того, как мы живем. Но пока не буду это делать, потому что пока свежи воспоминания, я бы хотел бы записать, может быть, у вас возникли какие-то вопросы, а почему так? Или вообще просто вопросы друг к другу. А я бы их записал, но потом попытались на них вместе ответить. А вопросы, когда человек одновременно сам себе является, ну, находится на всех зонах, царский директор, инвестор, получается, что единственный человек не может быть, это судьей. Должен судья всегда должен быть, да? То есть в любом Он должен быть, естественно, и судьей тоже. Он может быть сам? Ну, конечно, он же постоянно рефлексирует себя, как другие позиции. То есть он вынужден это делать. И я вам рассказываю, что я в своем бизнесе собой, как бы, ну, поскольку я директор, да, я собой как директором недоволен, потому что как инвестор я получаю мало денег. И я об этом могу подумать, только находясь во внешней позиции к этим двум, то есть смотря на себя как судья. Будьте здоровы, правда. Еще какие вопросы есть? Ну, как-то да. А вот то, что сейчас все рисовали, это что было? Максим, это было отражение той лекции, которая была в прошлый раз. Так вот, вот что. Если вот назвать. Нет, ну если назвать, лекция сама называется. Системный подход к мышлению. А рисовали? Рисовали вообще вот мое представление. То есть то, что. Представление о чем? А мы с студенческом подходе. А подходит? То есть было изображение подходит? Ну, это была схема, и, соответственно, это было отражение того, о чем мы говорили на прошлой лекции. То есть это у нас еще будут две лекции. Это еще не весь подход. А ну, соответственно, это была схема свидетельности, да. Ну, то, что у меня единственный вопрос, на самом деле, который возник, не такой основательный, это каким образом можно перенести эту схему в будущее, как можно ее оптимизировать и вообще как это делать? Хороший, кстати, вопрос. Ну, в будущем такая же схема, как в настоящем. То есть они вот просто связаны друг с другом. Мне не хочется вот эту концентрацию снимать. Ну, таким образом, что если вы знаете, как рисуют в
ну, в таком же западном подходе ситуацию пишут, называют as is, говорят current situation, да? И говорят, есть ситуация to be, то есть future situation. Ну, то есть и в будущем, и в настоящем одна и та же схема. То есть мы можем то, что мы хотим видеть, да, представить и представить. Ну, вот так вот. Но я объяснил, нет? Не знаю. Поговорить, как ее перенести. Может быть, как применить ее можно? Ну, смотрите, ну, в будущем вот есть такая же схема. То есть она вообще схема для всего. То есть она как в прошлом, так и в настоящем, так и в будущем. Она двигается. То есть, смотрите, это вот, как сказать. Я, смотрите, я здесь написал, жизнь не есть проект. То есть мы можем применить это к какому-то проекту, конечно, отдельно. Хотите применить ее к семье. Там, где есть два человека, там есть эта схема семья. Можно ее применить к стране, можно применить к миру. Я вам рассказывал про державу. То есть вот про скипетр державы. Я нашел, что первое изображение державы было у римского императора Августина. То есть они представляли себе, да, мир так вот, как круглый. То есть на этой державе было написано Африка, Азия там, и там, Европа, ну, что-то такого, да? То есть это римские императоры, это где-то 300-й год нашей эры. И вот он круглый такой мир, хотя мы знаем, что представление о круглом мире, о том, что Земля шар, имели значительно позже. Я думаю, что это о том, что вот он такой вот равновесный должен быть. То есть он в любой момент может перевернуться в какую-нибудь сторону. И его надо удерживать, как вот матрешку на чем-то. И вот эти все позиции, они вот создают равновесность этой схемы. Ну, я могу сказать, что раз эта схема про мир, то 10 минут назад она такая же была, 20 минут назад была такая же, через 10 минут она такая станет, и через 50 лет она будет вот такой. Но когда вы задаете вопрос, как ее перенести, может быть, что-то другое хотите спросить. То есть просто меняется цель, может поменяться люди, может поменяться, а сама эта схема останется, да? Если вы берете ее в каком-то узком проекте, то она остается, ну, там, внутри этого проекта. Станешь просто ближе к завершению этого проекта. Ну? Либо достигнешь цели конечной. Окей, или люди отважатся, да, вот музыка. Дело в том, что цели не достигаются, смотрите. То есть их просто надо правильно формулировать. Что человек хотел? Он как хотел летать, так он и хочет летать. Только, по сути дела, в разных проектах строят разные летательные аппараты. Каждый раз новые, но, по сути дела, летать так у него и не получилось. А сюда можно? Да. А вот у нас многие из рассказывающих не отделяли цели от продуктов. Ну вот есть тоже такая проблема. Я вот приехал как раз из Берлина, был на Change Management Days в Берлине, и там, по сути дела, есть некоторый нерв тех вопросов, которые вот мы с вами обсуждаем, то есть напряженность по этому поводу. Как раз говорится о том в некоторых выступлениях, то, что на самом деле цель деятельности не зарабатывание денег, да, как мы в прошлый раз говорили. Мне было приятно это услышать от американских профессоров, что, по сути дела, вот достижение цели – это полезность решения чьих-то проблем. И я думаю, что и бизнес-то он так и зарождался, что богатый человек, он был полезным, потому что ему платили деньги. Чем большую полезность для мира ты для себя сформулировал, ну вот придумал что-то такое, вот, как Facebook, и стал богатым из-за этого, потому что Facebook оказался внезапно очень полезным. А если ты сидишь, думаешь, черт, а как же мне денег-то заработать побольше? Вот хочу вот заработать денег. Ну можно вот так заработать денег, так заработать. Подменяется цель, в принципе, деньги заработал, может быть, даже и богатым человеком стал, но не стал полезным, потому что, ну, можно все время подменять, придумывать какие-то эрзацы продуктов. Ну, в смысле, какие-то вот фальсификаты для людей. Ну, давайте там, ну, Facebook работает. Ну, типа, а мы сейчас такое же сейчас запустим, что-нибудь, Facebook, и на этом тоже заработаем. Потому что тот парень-то заработал,
Но тот парень хотел полезное сделать, он поэтому заработал. А ты сейчас просто, ну там, влезаешь в ту же нишу, видишь, что такие штуки позволяют зарабатывать. Ну как бы тоже не вопрос, так можно делать. Ну мир так устроен. Значит, то есть мы говорим, что цель, она полезная, решает чьи-то проблемы. Смотрите, и ну вот многие не отделяют, Максим говорит, цели от продукта. А вот смотрите, как в английском языке это звучит. То есть продукт звучит goods. То есть хороший продукт. То есть то, что хорошее от слова good, полезно. А цель — это всегда решение проблемы, чтобы появились эти продукты хорошие. Есть же нехорошие продукты. Какие? Например, ну, табачная продукция. Это же не полезно. Ну, слушайте, ну, кому-то полезно, чьи-то проблемы как-то решают. То есть, ну, надо смотреть в историю этого продукта. Почему он появился и какие проблемы хотел решить. Потому что, если мы возьмем сейчас там виртуальные миры, компьютерные игры, я, наверное, вам скажу, что это тоже не полезный продукт. И буду здесь, наверное, белой вороной. Почему? Потому что, ну, я вот хотел об этом говорить. Потому что в компьютерном мире и вообще вот в компьютерных программах, в CRM-системах возникает иллюзия возможности управления. То есть кажется, что тебе там на каждый твой шаг в компьютере ответят адекватно, потому что там одна картина мира, она очень простая. То есть там нет вот этих разрывов, которые у нас есть на листах бумаги. Потому что мы когда друг другу что-то объясняем, видите, мы объясняем по-разному. А в компьютере есть свои онтологии компьютера. Когда каждый объект, ну, который в компьютере, он назначен одним только образом для всех, ну, кто играет. А Facebook не иллюзия? Ну, трудно сказать. Вот, например, мне сегодня там приятель взял, там, написал в Facebook. Слушай, мне вот нужно то. Вот как он мог вообще подумать, что я Facebook открою и прочитаю? Прочитаю. Ну, вообще, ну вот я... Ну, я вот просто на почту сообщение. Я вот, нет, у меня не дублируется. Ну, я вот думаю, ну вот, а как вот можно было подумать, что я прочитаю? И вообще, когда мы создаем проект, мы же его вот сначала у себя в голове как-то создаем и думаем, что он полезный, решает чьи-то проблемы, что сейчас все бросятся нам помогать в нашем проекте. А никто не бросается. И в этом смысле Facebook, он тоже идеален для проекта. То есть ты кому-то пишешь, думаешь, что он прочитает, ответит, после этого сделает какое-то действие. Так же, как смс-ку там написал, это, в общем, ну, вообще, мы откуда берем, что эти смс-ки кто-то читает? Читают. Ну, их читают. Я вообще хочу сказать, что коммуникация, ну, то есть, вот смотрите, я перерисовал свою схему, она, конечно, возникла там, где было два человека. И там, где было, и язык там возник. То есть сейчас есть, ну вернее так, с 1800 там какого-то 60-го года французская академия запретила работы диссертационные по происхождению языка. А это, ну, такая большая проблема. Никто не знает, как появился язык. Вот. И, по сути дела, вот сейчас эти работы как-то возобновляются филологами, это достаточно интересно. Там, где один хотел что-то от другого, и тогда же появилось понимание. Ну и вот эти разрывы в понимании, которые вот во время эволюции человечества и пытается человечество хоть как-то преодолеть. И нам коммуникация друг с другом, с вами, нужна только для того, чтобы управлять, то есть позвать в кооперацию. И так было тысячи лет назад, и так есть сейчас. И смотрите, какая штука. И нам для того, чтобы вступать в кооперативную деятельность, надо друг друга понимать, уметь разговаривать на одном языке, и, следовательно, иметь одну общую картину мира, в которой, если я
посылаю кому-то смс или пишу в Фейсбуке, сделай, пожалуйста, то-то и то-то, то человек сделает, потому что это норма в нашем обществе. Ну там, в нашем, вот ну, у нас. Но если я кому-то другому сейчас пошлю смс, он вряд ли сделает. И в этом смысле, смотрите, какая штука. Вот онтология, о которой я хотел говорить на прошлой лекции, о которой, может быть, попытаюсь сказать на этой, она создает возможность для совместной деятельности и, следовательно, для управления и подчинения нами, ну, вот, друг другу. Она нам создает картину мира, язык, на котором мы разговариваем, ну, потому что язык — это договор, да, договорились, коммуникация, как то, что мы видим. Мы переносим язык, и потом в совместной деятельности мы можем друг с другом общаться. А как вообще такое стало возможным? Мы же знаем, что древние люди были как дети. Но у них точно совершенно не было мобильных телефонов, проектов и всего остального. Вопрос, откуда мы знаем, что они были как дети? Ну, мы можем посмотреть на другие страны, которые в силу своего географического, как сейчас выясняется, расположения, развиваются не так, как мы, медленнее. Мы можем посмотреть на самих себя, ну там, в версии там, до нашей эры, посмотрев на какие-нибудь племена в Африке. И понятно, что если мы там будем использовать мобильные телефоны и разговаривать о проектной действительности, то нас там не поймут. Может, и мы их не понимаем, потому что они гораздо более развитые, чем у вас. Ну, смотрите, а это вопрос развития. Некоторые это ведь... просто не хотят развиваться. Ну, и достаточно так. Ну, да, в общем, что в Африку-то ехать? Собственно, у нас из самих, в общем, достаточно такого африканского народа. Вопрос в том, что считать развитием. И в этом смысле мы можем только констатировать, что есть разные картины мира, не только индивидуальные, то есть у разных людей, а есть разные картины мира у больших групп людей, таких как страны целые, города, сообщества. Одни пользуются Фейсбуком, другие ВКонтакте. Тоже разные картины. И для того, чтобы осуществить проект, ну, который у вас родился, помните, же Ванил, у него был проект, какой-то, не помню, кто не помнит, галерея стеклянная до Петербурга. Надо предполагать, что те, кто ему будет помогать, ну, во-первых, его также абсолютно представляют как Ванил, разговаривают на том же языке, что и Манил. И, в общем, готовы ему в этом проекте подчиняться, как минимум. Ну, то есть принять его проект как свой. И внутри него жить. Потому что не всегда очевидно в бизнес-сообществе, что если ты нарисовал какую-то картину, рассказал про хорошие цели, рассказал про продукты и про стоимость. Нашел знания, способности и средства. Все знаешь про исходный материал. Расставил тут борт в совет директоров. Не всегда очевидно, что эта машина поедет. Потому что не значит ничего, что твой проект передался другим людям и стал их проектом. Это понятно? Ну так. А можно мне вопрос по этой же схеме? Да. А вы как-то думали о том, как эту схему и возможно ли ее применить в управлении государством? Думал, конечно. Конечно. Не только я. То есть она вообще может действовать?
отлаженная коммуникация направления государства? Ну, смотрите, я считаю, что государство как в бизнесе. То есть, если схема не такая, то работает схема предпринимательства. То есть, то, о чем мы говорим. Когда государь, он в одном лице, значит, и там за инвесторов думает, представляет их позиции, и за потребителей, и за архитектора. И он может быть хороший государь на самом деле. Но на нем лежит риск такой же, как на предпринимателе. Он либо разорится, угробит бизнес, либо погибнет от непосильного напряжения, как во многих странах последнего времени. Как Каддафи. То есть для государства эта схема, государь, он на одном месте, то есть он нет разделения. Ну смотрите, какая штука. То есть с государем очень интересно. Вот, а монархия или демократическое государство в том числе? Ну, я вот считаю, что вот этот слой, это слой управленческий. То есть, помните, мы говорили, рефлексивной коммуникации управления. То есть, если мы считаем, что государство вот есть, и у государства есть какая-то цель, ну, может быть, которая нам непостижима, ну, для нашей страны, потому что тот начальник, который его начинал, он умер. И наше государство начинало несколько начальников, на самом деле. Какие? Это был Рюрик у нас. Ну, которого мы знаем как государя, да? Как начальника, как монарха. Ну, мы говорили о том, что монарх — это единственный начальник, тот, кто начал. Это у нас Романов. Рюрик, кстати, знаете, сколько лет правил? Ну, тем государством, в тех границах, в котором мы там, ну, где-то вот, во всяком случае, сейчас-то точно живем. Ну, вот, мы точно. 700 лет. То есть 700 лет он институционально удерживал под собой земли, которые существуют сейчас вот в тех границах, ну, в которых, ну, там, мы можем сказать, что и там в России, например. Да? Ну, во всяком случае, Смоленская, там Тулберзинская, там Завгородская. Роман 300 лет не удержал. Ленин. Я думаю, Ленин там лет 20, потому что, ну, фактически страну, в котором, в том виде, в котором она есть сейчас, делал Сталин. Какой-то план был у Горбачева, естественно. Ельцин. Путин. Ну, с Путиным можно хотя бы поговорить заочно. Статьи публикуют. У Горбачева тоже можно что-то спросить. Но эти все уже умерли. И, к сожалению, нам не скажут, какую цель они преследовали, когда собирали земли вот в такой конфигурации, в которой они собрали их сейчас. Ну, то есть, как, зачем они делали эту организацию? И, может быть, конечно, в семье, ну, там, кого-нибудь, Александра I или Николая II, передавалось вот это ощущение, а зачем мы живем вот таким миром, а не другим? И, конечно, если 300 лет из поколения в поколение тебе родители объясняют, как удерживать вот эту державу, то, конечно, тогда, ну, появляется какой-то, ну, дух, что ли, тоже в семье, как должна такая схема работать. Но видите, большой риск. Очень мало стран выдержали вот это испытание, что такое знание передается из поколения в поколение, о том, как удерживать большую группу людей, ну, я скажу, в одной антологии, в одной картине мира, чтобы они монарху своему начальнику доверяли, чтобы они шли за ним, в том числе и погибали. Поэтому первый раз вот эту рискованную модель, когда один монарх разрезали уже, ну там, в Спарте точно. Потому что, ну, у нас вообще там в России сложная ситуация. Но, в общем, вот в этой схеме двое,
которые управляют вот так вот на страну, в Спарте выглядели следующим образом. То есть был монарх, который, ну там, передавался по наследству, титул монарха передавался по наследству, ну, вождя, не монарха, вождя. Но система институциональная, которая была в стране, была устроена таким образом, что при монархе были два дядьки, наблюдатели, ну, это на русский язык переводится как наблюдатели, я не помню греческий термин, которые имели право снять вождя, который наследовал свой титул, там чуть ли не от Бога, даже в военном походе. И уже тогда, смотрите, риск делится пополам. Потому что говорят, ну слушай, ну вот он может быть, может что-то не понимает, но мы вот со своей стороны, вот здесь вот, у нас тоже картина мира есть, мы ее удержим вот здесь. То есть этот парень удержит, но мы ее тоже удержим. Мы в противовесе. Очень круто эту схему разрезали при Наполеоне во время Великой Французской революции. Сказали, слушайте, да недостаточно. Там, который от Бога, ну, который там наследует ему, из поколения в поколение родители объясняют, зачем существует вот, там, Франция, зачем существует весь остальной мир, что за люди, как с ними работать и так далее. Недостаточно было этих наблюдателей, потому что появились потребители и сказали, ребят, у нас изменилась картина мира. Мы сейчас стали все лучше видеть, четче, почти как вы. Мы уже больше не дети. Мы подчиняться слепо не готовы. И стали рубить этим голову. И появилась законодательная власть, исполнительная власть. Ну там, смотрите, еще судебная власть. И в принципе сейчас, если расписывать, ну я ничего другого не распишу. То есть, ну там, на мой взгляд, вот та функция архитектора, которая в России есть, ну должна быть, да, вот, если про Россию говорить, я не знаю. Кто ее может взять на себя? Ну, потому что никто не помнит, зачем страна создавалась такие границы. Это может только общество как-то восстановить, понимая, что все общество наследник всех вот этих. Ну, так сложилось, смириться с этим. Хотя и для меня, например, этот ряд он такой, в общем, ну, достаточно сумбурный. Я не готов говорить о том, что... Я вот все понимаю, что они делают. А откуда что делать? Инвесторы — это налогоплательщики, на мой взгляд, которые, ну так, ответственно относятся к этому, платят деньги за то, чтобы все существовало. И в этом смысле, смотрите, что получается. Если этой позиции жесткой нету, а она ведь на самом деле в стране должна быть еще защищена каким-то образом, ну, всеми другими институтами, как мы говорим, правоохранительными. Я вот на этом месте вижу очень хорошо прокуратуру, например. И в этом смысле, когда заходит иностранный инвестор, он вот, как бы он становится вот здесь, вот в этой позиции, и он должен быть защищен, потому что вот он, ну, один из тех, кто поддерживает вот это все. А если он чувствует, что он не защищен, он уходит. И когда мы говорим про иностранные инвестиции, мы говорим, что вот здесь вот должна быть очень жесткая позиция, вот здесь вот. Они должны иметь место в нашей системе. Ну и в любой другой стране. Дальше смотрите, значит, директор, там мы говорим, административный. Это правительство.
который работает, там, министерство и все остальное. Если мы какой-то ниже уровень возьмем, там будет другое название, там, муниципалитет, глава города. Best practice. Какие версии? Работа. Ну, а в нашей стране кто должен заниматься best practice на уровне государства? Законодатель. Think tank какие-нибудь. Ну, согласен. То есть, во-первых, think tank. Почему think tank? Потому что партии перестали выполнять эту роль. Потому что партии перестали нам формулировать будущее. Нет партий, и вообще о будущем поговорить не с кем. Ну, лоббисты, может, конечно, и должны быть, потому что они, наверное, вот если смотреть на эту схему, объясняли тем, кто друг друга не понимает, ну, перевод, они переводчики. То есть они говорят, что вот, вот эти, например, хотят вот, вот это, объясняют вот эти. Вот, в принципе, им бы вот, надо подумать о будущем вот так. Ну и, соответственно, кто у нас потребитель этого всего? Народ. А народ у нас чем представлен? Ничем. Есть у нас такой орган, называется Госдума. Там вообще должны сидеть представители народа. То есть в Конституции у нас записано, что не процитирую. В общем, о том, что те, кого мы выбираем, представляют интересы граждан, то есть являются представителями. Мы выбираем на самом деле не депутатов, не звезд шоу-бизнеса, не космонавтов на Луну, чтобы они летели, а выбираем депутатов, представителей от себя. Ну и должен быть судья, да? Я считаю, что судья в стране, в нашем, во всяком случае, по той конфигурации, которая у нас создана, должна быть, это президент. Потому что он по Конституции, опять-таки, там есть формулировка, что гарант его. То есть гарант соблюдения прав всех. Ну, а для меня, например, как для человека, который рисует такую схему, я говорю, что он гарант вот этой схемы, чтобы у нас политические партии думали о будущем, народ выбирал представителей своих. Ну, думать о будущем могут все, да? Одни думают хорошо, другие плохо, а народ уже там решает, но не запрещает никому думать о будущем. Может быть, в следующий раз кто-то нам лучшее будущее придумает. Инвесторы, чтобы были, с ними, чтобы все в порядке было. Правительство, чтобы работало. Президент ни во что не вмешивается, сидит вот так, гар, смотрит, чтобы это все работает. Государство без цели, архитектура. Не знаю, как это. Нет. Досталось наследство государству без цели. Если я вас спрошу, почему мы существуем в таких границах, я не знаю, что вы мне ответите. Почему в таких? Это королева, которая точно ответит на этот вопрос всегда. Она скажет, мы так жили, и мой род эти границы себе очертил. Если бы у нас была монархия, мы бы тоже смогли ответить на этот вопрос. Ну, в некоторых странах монархии нет, но, например, в Соединенных Штатах есть отцы-основатели, которые говорят о том, что мы договорились о таких границах. Там есть договор о том, ну, как бы тут вопрос такой, можно рассматривать. Я хотел показать, что это институциональная схема, что она объясняет, как удерживаются большие организмы. Подожди, граница все-таки это договоренность, да? Если граница существует, значит есть договоренность.
да, то есть, условно, стороны договорились о том, что здесь есть граница, и раз граница существует, договоренность существует, значит, что что-то есть. Ну да. Просто что мы не понимаем, что это, другой вопрос, но есть договор. Ну, конечно. Ну, во всяком случае, ну, если мы с тобой будем говорить об этом, то мы можем с тобой об этом поговорить. Но если мы будем говорить об этом, условно говоря, с коренным населением Чукотки, то они могут не ответить, с кем были договоренности. Или с Чеченской республикой. Они могут нас отослать договоренностям недавнего времени. То есть, ну, как бы вы должны понять, что я не хочу призывать, чтобы мы все передоговорились, но разобраться, в общем, насчет этого было бы неплохо. В принципе. То есть. И понять. Вернуться в Восток. Ну, кстати, тоже мысль. Правда? Поэтому, если мы будем говорить о том, что мы о чем-то договорились, это как сыном с моим. Он говорит: пап, мы же договорились. А я говорю: слушай, ты рассказал про свои планы, а я тебе про свои. И это не договор. Там было, есть, как будет всегда. В каком смысле? Между странами. Ну, наверное. А эти ваши отцы-основатели не ваши, а вы их? А? Как? Вы же их имели в виду? Да. У них есть какие-то цели, которые они могут задавать без населения страны? Ну, они в свое время, ну, там, жестко друг с другом стрелялись. И... А сейчас? Ну, отцы-основатели, да. Те, которые Джордж Вашингтон, те, которые Конституцию США писали. Хорошо, но такие сейчас живут там в этой стране. Они понимают цели, к которым страна идет? Когда они, допустим, бомбят другие страны, это цели? Как они это воспринимают для себя? Ну, вы знаете, давайте, может, у них лучше спросим как-нибудь. Да. Потому что я считаю, что они живут ведь тоже в своей вот антологии, да, в своей картине мира. Ведь дело в том, что, вот, знаете, выступал тут, мы вот с Максимом, когда ездил на школы культурной политики, выступал, значит, раввина из США. И он рассказывал, что люди не воюют друг с другом, воюют ангелы. И в этом смысле я рассказываю про схему мыследеятельности и рассказываю про антологию. Я вам тоже хочу сказать, что воюют антологии, воюют картины мира. Картины мира не дают друг другу пересечь границы. Это достаточно трудно понять, но ведь, как вам сказать, ну, антология — это тоже как бы договоренности между людьми, да, о том, что мир устроен таким образом. Ведь я же вас не заставлял, допустим, приходить на эту лекцию, вы же туда пришли сами, хотя мы с вами не договаривались ни о чем. Да? То есть, следовательно, вас что-то заставило сюда прийти. Ну, заставило не в том смысле, что било, а что, ну, вы почему-то сюда вот пришли. Ну, я не вас конкретно имею в виду. Нет, я вас понимаю. Да. Я вас... И люди тоже воюют не потому, что их заставляют воевать. Они так понимают мир, они ругаются так, ну, друг с другом, потому что картины не совпадают настолько, что надо убить просто другого человека. Но чтобы не было его с его картиной мира. Иначе мои проекты все рушатся, если он есть. Мои прожекты, мечты, мы с вами говорили о том, что это однокоренные слова, все рушатся, если присутствует другая антология. Антологии сами защищают свои границы. Я как раз, да. Как раз будет хороший вывод о словах, что как было, есть и будет всегда. Ну, да, да. Ну, другое дело, что если мы научимся подниматься над миром, и понимать, что вот это множество точек зрения, и есть множество антологий. И, в принципе, нам нельзя друг друга убивать, как раз потому, что так было и есть, и будет всегда. Потому что мы таким образом не решаем проблемы. А кажется, ну, чем больше убьешь, тем, ну, знаете, как есть такое? Что сделать, что нужно сделать, чтобы добро победило зло? Надо, чтобы все добрые люди собрались, убили всех зло. Нужно, чтобы антологии объединились и стали одной антологией. Ну, мы же так не можем. Смотрите, как кажется,
каждый раз в истории человечества, ну, а знаете, почему проблема такая есть? Каждый раз в истории человечества онтология появляется для того, чтобы объединить людей. И каждый раз рассыпается на миллионы частей. Почему? Ну, потому что когда она начинает транслироваться, она на каком-то этапе превращается в нетранслируемые вещи. То есть они не передаются. Я отвечал на чей-то вопрос. Я закончил про презентацию. Еще какие-то вопросы есть к этой схеме? Нет? Картина объединилась. В какой схеме? Потому что когда зал туда, кто это, не знаю. Можно я не уйдет плюс это. Есть что-то говорить, что гриди, да, вот есть онтология мировоззрения глобального, вот, кросс-граничного. Как она соотносится с этой схемой? Да, где ее место? А какая? Ну, есть христианство, да, буддизм, да, что там еще, мусульманство. Да. Есть вот тоже мировоззрение, причем цельное, никак не относящееся к границе. Вот как она отражается в этой схеме? Да, из человеческой. Ну, я, конечно, вот если отвечаю на ваш вопрос, я считаю, что и буддизм, и христианство, и иудаизм, и мусульманство, ислам – это этапы развития мышления человечества. Потому что в индуизме, ну, то есть такая древняя религия индийская, не было вообще представления о будущем. То есть люди жили вот здесь. Они говорили, что так будет всегда. Мир не меняется. Ты можешь только родиться в другом качестве, а? Он не просто цикличный. Ну да, он цикличный. И он до сих пор такой. Да. Смотрите, что делает появление буддизма. Буддизм за 300 лет до нашей эры. То есть Будда. Говорит, что если сесть, посидеть и подумать о мире, то себя-то точно можно изменить. До этого индусы, они, ну, там, медитировали, но знали, что они живут в цикличном мире. А Будда говорит, нет, смотрите, если мы выйдем вот сюда, то себя точно можно изменить. Ну и там как-то мир. То есть вот я оцениваю буддизм как этап развития мышления, который утверждает появление рефлексии. То есть он говорит, на мир и на себя можно посмотреть с другой стороны. Для этого надо остановиться и подумать. Что делает буддизм? Фу, индуизм. Иудаизм, извините. Что делает иудаизм? Иудаизм на этом фоне говорит, что, ребят, есть прошлое и есть настоящее. Мир не то, что вот цикличен и постоянно один и тот же, но мы вот знаем, смотрите, он раньше таким не был. То есть там были вот такие вот люди, там, значит, один другого родил, там мы 40 лет ходили по пустыне. То есть вот мы видим историю в иудаизме. И она появляется вот такой, во всяком случае, для всей нашей христианской цивилизации. Там же и будущее. В каком виде? Ну, пророки. Это же как-то... Ну, пророки, они о чем говорят? О том, что будет. Ну, они же не вот такие пророки, как Христос. То есть, когда приходит Христос, ну и в этом смысле он, конечно, тоже пророк. Он говорит, ребята, а есть вообще другой мир. Вообще другой. Все там любят друг друга. Все понимают, едят хорошую еду. И если мы не будем друг друга убивать, не будем друг у друга там воровать, и, в общем, все люди братья, надо друг друга все любить, то мы этот мир получим. Когда, значит, отец решит, что вот так нужно. И в этом смысле
конечно, это огромный прорыв, потому что здесь появляется будущее. То есть в том будущем, которое там в иудаизме, это такое мрачное еще темное будущее. А у греков языческих боги вообще живут на соседней горе. То есть они вот, ну, вот все происходит в одном мире, в одном месте вообще. Вот тут и сейчас прям сразу. А вы представляете, Христос, который приходит в Римской империи, в которой есть те, кто разговаривает на другом языке, они рабы, и их можно убивать. Если раб твой, то ты можешь раба убить. И возникает только один вопрос, из которого потом делается гражданский кодекс, там уголовный кодекс, который мы наследуем от, заметьте, от римской истории себе, от Римской империи. Сейчас 2012 год, а мы фактически живем по тем законам дохристианским, которые придуманы в Римской империи. Это, конечно, сильная антология. Она не христианская. Вопрос о праве возникает только тогда, когда ты убиваешь чужого раба. То есть, а ты, ну как бы, какую ответственность несешь за то, что убил чужого раба? Ну то, что он собака, это понятно. Его можно убивать. Но она же не твоя, как бы, собака. То есть, и там начинают возникать договоренности, потому что вот этот первый закон, который называется лекс, это просто договор переводится. Ну то, что мы переводим дура лекс от лекс, закон суров, но это закон. Это на самом деле просто вот переводится с латинского соглашение. То есть соглашение сурово, но это соглашение. То есть договорились. Закон теперь ставит на все. И они договорились по поводу того, что вот там рабов, конечно, можно убивать, но надо деньги платить. И приходит такой Христос, который говорит, что ребята, нельзя убивать, надо всех любить. И 2000 лет, смотрите, понадобилось на то, чтобы вот это нельзя убивать, ну, стал какой-то, ну, такой нормой. Хотя, в принципе, нам до сих пор там таджики на улицах не нравятся. Некоторые их убивают. В Америке рабство отменили в 60-е годы. Меньше 50 лет прошло. Не рабство, сегрегация. Ну, да, ну. Сегрегация, да, рабство туда раньше. Ну, сегрегацию, да. То есть мы с этими собаками жить вообще никак не хотим. С чужими. И в принципе, может быть, еще 2000 лет будем ждать, пока на земле наступит Царство Небесное, когда все друг друга будут любить. Смотрите, что происходит с исламом. С исламом. Вот здесь появляется стоимость и правила ведения торговли, по сути дела. Хотя она была, конечно, и раньше, но христианство не дало права. Ну, то есть не дало вот этих соглашений. Ну, я думаю, что это, ну, по какому-то случайному стечению обстоятельств. А может быть, это такое развитие, конечно, было в истории. Ну, вот, надо тоже с этим как-то разбираться, изучать. Потому что римский император Константин, он уже был христианский император. Но когда понадобилось принять законы Римской империи, писанные, по которым судьи судили, он взял римский закон, то есть дохристианский. Хотя у него был выбор. Которые законы были при иудаизме, то есть вот, в смысле иудейские вот эти вот законы. И там были какие-то нормы права, он выбрал, значит, дохристианские и римские. А в исламе, ислам дает нам, помимо, ну, такого очень тоже, я бы сказал, представление о мире, которое восходит тоже к истокам Ветхого Завета, то есть, Я нашел слово, помимо ветхозаветного представления о мире, то есть вы знаете, что
Ислам, по сути дела, там в первых частях пересказывает Ветхий Завет. Он дал еще и нормы отношений между людьми. Как торговать, как не обманывать и так далее. Более детально расписал это. Поэтому, в общем, исламское право, оно отличается от современного европейского. И, кстати, позволяет создавать такие формы организаций, которые, по сути дела, ну, в нашей западной цивилизации, то есть европейско-американской такой, стали появляться только в последнее время. То есть вот эти все представления о том, что можно делать стартапы небольшой командой, вкладывать деньги и получать прибыль, ну, то есть не как в акционерном обществе, не как в обществе с ограниченной ответственностью, а именно как сейчас работают вот эти стартапы. Я забыл английский термин. Я понимаю, конечно, что природа вот этих вот обществ, ассоциаций. Ну вот сейчас принят закон о партнерствах коммерческих. И в России вот с этого года будет коммерческое партнерство. Коммерческие партнерства. До этого в России были только некоммерческие партнерства в Гражданском кодексе. В Соединенных Штатах есть аналог. То есть такая организация, которая может быстро создаться, быстро ликвидироваться, является рисковой для тех, кто в нее вошел, позволяет взять инвесторов. То есть, ну, такая очень демократичная форма для быстрого ведения бизнеса. То есть, ну, прям, я забыл, как она называется. Она есть в исламском праве. То есть, представляете, оно там уже давно. Это, ну, такие формы организации, ну, то есть записанные на, ну, вот, в системе правовой, они позволяют не обманывать друг друга, там, чисто вести дела, не использовать судный процент, запрет на который есть во всех религиях. Ну, это как бы вопрос, который не относится к теме, которую мы обсуждаем. Но понятно, что когда деньги десятки раз пользы замещается деньгами, а потом деньги замещаются деньгами, то польза пропадает. Это тоже ответ на ваш вопрос, а как религии присутствуют в этой схеме. Эта схема тоже вот утверждает те вещи, которые есть в религии. По сути дела, когда я говорю вот о развитии религии, я говорю, что все религии позволяли создавать свои картины мира для больших групп людей. И люди в этих картинах мира могли жить, общаться и там, ну, как, хоть как-то понимать друг друга. Ну и по сути дела, те религии, которые позволяли убивать, приносить жертву, ну и так далее, они постепенно ушли. Хотя в мире до сих пор 50 тысяч религий разных. И каждый раз они появляются. И каждый раз стремятся охватить все большее количество людей своей картиной мира. Но пока вот мы знаем так те, которые господствующие. Ну и в этом смысле идеологии, они тоже выглядят как религии. Потому что идеологии тоже онтологии такие, которые захватывают людей, позволяют им действовать и так далее. У меня, по-моему, здесь кончилось. Нет? Что-то пикнуло. Здорово. В следующий раз будете друг другу рассказывать. И в этом смысле, что такое, что же такое онтология? То есть, по сути дела, смотрите, мы говорим о том, что онтология создает одну картину мира для всех. Что это значит? Это значит, что мы с вами в этой комнате видим одни и те же предметы. А если мы говорим о таких вещах, которые нельзя потрогать, то есть, например, о будущем, да, то онтология нам должна дать представление о будущем. И в этом смысле христианство, конечно, ну, огромный прорыв в истории, потому что когда мы понимаем, что есть
светлое будущее, хорошее, когда все любят друг друга, и оно придет, то, в общем-то, это позволяет нам уже друг с другом не воевать, а договориться о том, что мы будем жить по таким правилам. Это дает нам возможность отвлечься от того, чтобы себя защищать. Ну, потому что больше всего нас сковывает страх и необходимость обороняться от врагов. И как только в истории человечества в последнее время наступило такое время, когда нам не надо обороняться ни от кого, во всяком случае, некоторые страны так решили, что им не надо ни от кого обороняться. Или создали себе такие щиты безопасности, которые позволяют не думать о безопасности все время. Тогда начались огромные интересные проекты, рассчитанные там, на десятки лет, что позволило там, построить быстрые самолеты, высотные дома и так далее. Если бы мы думали постоянно о том, что на нас кто-то нападет, и нам надо защищаться точно, разве люди строили бы большие дома, дороги? Надо было бы все время бегать по границам и обороняться. Онтология позволила какая-то онтология подумать о будущем. Какая-то онтология позволила сделать рефлексивный выход. Какая-то онтология нам рассказывает, как было все в истории. Онтология нам дает представление об объектах, которые нельзя потрогать. И позволяет нам различать те феномены окружающей действительности, которые мы древние не видели. Я чувствую, что это не очень понятно. Ну, смотрите, вот как появился календарь. Ну, конечно, все календари появились по-разному, но представление о календарях в какой-то день возникло же определенно. И как-то людям же спустилось, и люди стали различать время. Ну или взять вот цифры, да? Ну, раньше были жеринки, они же были жестами, да, мы с вами говорили. А потом появились арабские. И в этом смысле, смотрите, вот этот исламский мир, мусульманский, нам дал свое представление о цифрах. То есть чужая онтология нам дала представление о неких феноменах окружающей действительности, например, о счете, и позволила нам заменить какие-то слова математическими символами. Или, например, история про строение нашего тела. Оно у нас, ну, такое представление тоже достаточно древнее, тоже из исламского мира. Мы же себя не режем, чтобы смотреть, какие у нас органы. То есть у нас представления те, которые там были записаны о Авиценне, там, о болезнях и так далее. А есть другие представления о человеческом теле. Они существуют в китайской традиции. Ну, там и в индийской, наверное, что-то есть. И там нет таких представлений, как в европейской. Вы, например, знаете о том, что человек состоит из инь и я? Вы знаете? Слышали. Ну, то есть, а можете показать, где есть инь и я? Нет? Категорично. А я вам скажу, что вот все жесткие стороны человека, они яньские, которыми можно толкать, а которыми можно схватывать, и которые мягкие всего, щеки, там, живот, грудь, они иньские, то есть женские. И в человеке должна быть точка тайчи, чтобы это все удерживать между собой и так далее. Но это же странно, что я об этом говорю.
Но ведь это же представление, да? То есть это и есть такая антология, смотрите, то есть огромному, несколько миллиардному населению удается удерживаться в этой картине представления о человеке. И вам расскажут о том, что почки связаны с водой, то есть это стихия воды, легкие там стихии воздуха, ну и так далее. Ну там много всего очень интересного. Это другое представление абсолютно, другой взгляд на мир. И я говорю, что антология в своем языке удерживает разные феномены действительности. И те феномены, которые нам позволяют совместно действовать, удержанные в антологии, названные в языке, начинают во времени жить. И живут долго, тысячи лет. Ну, а некоторые слова, которые мы используем, там, через некоторое время будут казаться смешными, и о них никто не вспомнит, может быть. Да и вообще, может быть, никто не вспомнит о том, что мы думали, что... Не знаю. Что Земля очень пахостная. Ну, что Земля круглая. Земля шар. Может быть, выяснится потом, что мы часть какой-нибудь большой системы из семи шаров. И если те шесть куда-нибудь падают, то у нас все переворачивается, скорее. И будем смеяться там, ну, не мы уже, конечно, а там наши потомки будут смеяться и думать, представляете, они думают, что Земля — это один шар вообще. Это же смешно. Как они так вообще додумались? Мы что, не понимали, что это целая система шаров? Вот. Ну, то есть вот наши представления, они формируются очень издалека и управляют нами. Если мы увидели в нашем организме какой-то инь, рассказали друг другу, что вот слушай, оказывается, вот то, что все, что у меня вот хватает, это инь и то, что мягкое. И мы друг с другом об этом договорились, мы сможем с вами совместно действовать, лечиться, ну и как-то вообще работать друг с другом в этих терминах. И называть это имя. То есть, смотрите, антология, она не только захватывает объекты из природы, а еще и называет их, то есть, по сути дела, формирует язык. Потому что каждый такой объект новый, ну, например, там, дизайн мышления. Вы же понимаете, что 10 лет назад в России не было дизайн мышления, 20 лет назад. А сейчас вы приходите, и есть дизайн мышления. То есть мы с вами можем говорить о дизайн мышления. Правда? Такой же имя. Непонятно сначала, а теперь мы, значит, наполнили его содержанием, понимаем, о чем идет речь. Договорились в этом языке работать. И язык, который мы используем, позволяет нам потом осуществлять какие-то совместные действия. То есть позволяет осуществлять какую-то деятельность. А деятельность можно осуществлять способами. То есть задает, по сути дела, нам способы управления этой деятельностью. То есть если мы в русском языке используем какие-то слова, это дает нам одни способы. Если в английском, то другие способы. Если мы с вами будем считать, что человек состоит из иньянь, то мы будем в одной медицине лечиться. Если будем считать, что человек состоит из костей, мышц, будем называть это латинскими словами, мы будем другие способы использовать. Если мы будем жить в христианских представлениях, мы будем одни способы использовать. Если мы будем жить в языческих, и жестче в этом смысле защищать свои границы, то будем другие способы использовать. И антология нам дает инструмент. А антология, возвращаясь, ну как бы, туда, это очень издалека. То есть она нам, смотрите, дает язык,
дает способы. А способы определяют профессии. То есть те способы, которыми мы пользуемся, они нам формируют профессии. То есть вот нет такой профессии дизайн-мыслитель. Сейчас у нас способы появились, у нас будет профессия дизайн-менеджер или дизайн-мыслитель. Нету еще такой классификатора? Я думаю, здесь все скорее. Классификатора нет? Смотрите, а дисциплина есть, да? Классификаторе профессии нет, дисциплина есть, значит появится. Ну там, может быть, дизайнер появится. А что такое шумит? Телефон. А. Нет, телефон мне не надо. Профессии создают школу. Ну, то есть, когда вот объединились новые дизайн-мыслители, начали работать вместе. Есть школа. И со школы спрос. То есть некоторые школы гибнут, да? Некоторые остаются в веках. Некоторые учителя, ну там те, которые создали школу свою, исследовательную профессию, они в нашей памяти даже просто мы даже не представляем, как они в нашей памяти. Вот я вам про гражданский кодекс рассказываю. Так знаете, как он появился? То есть какой-то парень в Древнем Риме рассказывал всем, как устроена жизнь. Ну почему убивать плохо, как надо наследовать, как у нас обычно наследуют там имущество в Древнем Риме. Но не было же ничего, никаких законов, где они не были записаны. Никто ни с кем не договаривался. И он просто описывал, говорил. Ну, вы знаете, вот мир состоит из вещей и, ну, там он говорил, там, не помню, ну, например, из договоров. И обязательств. Значит, вот вещи есть такие, договоры есть такие, обязательства есть такие. Наследование идет так. Ну это он так считал просто. Никто другой так не считал. Вот он так считал. То, что он рассказывал, записал его ученик. Ну, к нему ходили там ученики. Обычно такие люди, кстати, занимали какие-то государственные должности, рассказывали то, что у них было в своем собственном опыте. Иногда проявляли, кстати, себя достаточно героически. Погибали в каких-нибудь войнах таких странных достаточно, или спасали людей. Это я про юристов рассказываю, которых мы знаем как юристы. Они вот на самом деле, вот у них были школы свои, где они рассказывали, как устроен мир. И потом через 300 лет то, что записал его ученик, взяли за основу для судебного сообщества Древнего Рима, чтобы по этим бумагам судить. Сказали, а что нам выдумывать? Уже парень все записал. Его звали Гай, этого парня. И вот те институции, которые он записал, мы возьмем как руководство к действию. И взяли его институции. И из этих институций сделали институции Юстинианы. Ну, там, при римском императоре. Они туда вошли. А потом эти институции Юстиниана вошли в кодекс Константина, который стал, значит, гражданским кодексом для всей Римской империи. А потом, когда германцы, германские племена, ну так, мягко интегрировались с Римской империей, значит, они взяли это как основу для своего гражданского кодекса. И французы тоже. И, в общем, когда во Франции Наполеон стал писать гражданский кодекс, вот этот рассказ, он тоже туда вошел, по сути дела. И этот гражданский кодекс со времен Наполеона ни разу не переписывался. И сохранился, ну, дополнялся каким-то образом, но сохранился вот в таком виде до наших дней. Ну и, соответственно, в царской России это все было перенесено в основу российского права. Ну, хотя там говорят, что есть источники еще древнерусские, тоже русские, русская правда. Но правда тоже не русское слово, а греческое.
И, соответственно, вот дошло до наших дней. И кто помнит про этого Гая, который рассказал те законы, по которым мы живем? Он был простой, как бы сейчас сказали, сельский учитель на границе Римской империи. Мы живем по этим законам. И эти законы, между прочим, смотрите, определяют нашу возможность арендовать имущество, заниматься куплей-продажей. То есть это договор купли-продажи. Какие еще есть договоры? Аренда, купли-продажи. А? Дарение, наследование. Все определяет. Смотрите, какая интересная история. То есть мы способы действия наши берем из древнего мира абсолютно. То есть мы, по сути дела, живем в школе этого Гая до сих пор. Может, вас на перерыв? Да, надеюсь. Да? А вот сколько у нас еще времени до конца? Сейчас. Да? Ну, хорошо. Thank you.
Сам это знак, конечно, только звуковой. Знаки задают нам способы оперирования с этими знаками. Ну, то есть как и с языком, так и, по сути дела, с теми знаками, которые мы рождаем в качестве предметов. Способы оперирования задают нам деятельность. Если у нас какой-нибудь древний язык, то мы на нем не можем вести те проекты, которые мы сейчас осуществляем. Мы же не работаем с вами, например, там, на древнегреческом языке, там меньше слов, мы не сможем сделать большие проекты. А большие проекты, например, строительство мостов, атомных электростанций, там свои антологии, свои словари, в чипах свои языки, которые позволяют чипам общаться между собой. Таким образом, нам язык задает деятельность. Деятельность нам задает профессия. Профессии создают школу. Внутри профессии образовывается школа. Что делает школа? У школы есть некая версия своя управленческой теории. Вот то, что я вам рассказываю, это управленческая теория. Если вы возьмете какую-нибудь другую управленческую теорию, у вас будет другая управленческая теория, что мир устроен по-другому, и в нем надо действовать по-другому. И именно теория нам задает управленческую позицию. То есть, когда у нас есть схема, а мы помним, что схема и школа – это одно и то же, то есть, когда у нас есть схема мира, мы имеем позицию такую основательную и говорим, раз мир устроен так, то мы теперь общаемся с вами друг с другом вот так, и я буду делать то-то, потому что я считаю, что мир устроен вот таким образом. Когда у нас есть управленческая позиция, а позицию, например, ну, в нашей школе рисуем вот так, у человека возникает цель, если он занимает позицию. То есть, знаете, там гражданскую позицию говорят,
жизненную позицию. У него появляется цель. А если у него цели в жизни нет, у человека, это я уже как бы делаю, такой вывод, обратный у нас пойдет отсчет, то у него нет позиции, то есть ему кто-то ставит эту цель, да? То есть у него позиции нет. Почему у него нет позиции? Потому что он не взял никакую управленческую теорию себе, он не знает, как устроен мир. А почему он не взял никакую управленческую теорию? Потому что он не учился в школе. Ему школа никакая не сформировала никакую теорию. А почему он в школе не учился? Потому что в школе, ну, школа была какая-то из воздуха. Не из профессии, а из воздуха. А профессии почему не было в этой школе? Потому что они деятельностью какой-то не той занимались. Ну, какой-то не той, которая к цели не приводила, к результатам никаких не приводила, не ценной была. И у человека не сформировалась цель. А где ему взять цель? Опять пойдем назад. Ему цель надо взять из позиции, позиции надо взять из теории, теорию он возьмет в школе. Школы это картина мира. Ну так, если сократить этот путь. То есть он должен взять какую-то картину мира, и тогда, может быть, у него появится цель. Дальше вот здесь вот уже можем с вами работать. Цель, ну, имея вот это все за спиной, и управленческую теорию, там и все, предопределяет нам выбор и набор ресурсов, которые мы можем здесь использовать. Ну, вот здесь, интериоризированные средства. Но ресурсы мы можем взять только те, которые вот, ну вот, можем взять, которые нам наша управленческая теория позволяет. Других у нас ресурсов нет. Следовательно, этим будут определены границы нашего развития. Ну, за какие-то границы мы, даже имея весь набор ресурсов, в определенной онтологии не сможем прорваться. Потому что, чтобы пройти через какие-то границы, нам надо взять какие-то новые объекты, которые вот, которых у нас еще нет. Ну, то есть онтология нам на самом деле определяет границы развития и задает жизненный цикл вот этого всего автодинамика. Когда этот акт деятельности у нас заканчивается, ну, после того, как его многократно воспроизвели в истории, он там тысячу раз отразился, как вот мы отразили нашу первую лекцию на ваших листочках. Этот акт деятельности умирает. Мы ничего не знаем о том, кто его создал, кто так деятельность. Что вообще те люди хотели? Остаются только вот такие предметы культуры. Листочки, наскальная живопись, может быть, какие-то вырезанные в горе большие камни, может быть, пирамиды. И мы уже не знаем, свидетельство это чего, какого акта деятельности, каких проектов, кем построенных, в каких управленческих теориях, какими средствами и зачем. И это свидетельство существования других онтологий в нашем мире, то есть других представлений о мире. Мы же с вами не строим пирамиды, правда? А люди строят. Соответственно, зачем-то строили и как-то мыслили по поводу них. И точно так же через тысячи лет люди найдут какие-то наши артефакты, скажут, какие красивые штучки, непонятно зачем нужны, как ими пользовались. Ну, я думаю, что в фантастических романах достаточно много есть описаний по этому поводу. Основная мысль, которую я хочу сказать, что человек неволен действовать так, как он хочет. Человеком всегда действует
онтологии. И в этом смысле, смотрите, какой есть разный набор. То есть каждая религия – это, конечно, своя онтология, которая родила свои школы, родила свои управленческие теории, родила людей с мощной гражданской и жизненной позицией. Каждая религия – это онтология, своя картина мира. Каждый научный предмет, научная дисциплина, ну, как мы привыкли их видеть, это тоже онтология. Потому что математик видит мир через призму цифр. Древний какой-нибудь математик майя через призму своей. Древний математик римлянин через призму римских цифр. Мы через призму арабских. Это позволило нам создать компьютеры, позволило, в общем, здорово, как нам кажется, развиться в этом мире. Вопрос? Вопрос, кстати, как время будет? А? Я здесь, когда ходил на Берлин, слушал о том, что у многих проектных командах есть трудность договориться, если я правильно слушал. Правильно. Да. Вопрос. Сложность договориться, очевидно, имеет отношение к разным взглядам на мир. Да? Конфликт онтологии. Я хочу на практику перевести, учитывая, что я у многих это слышал. Вот вопрос разрешения конфликта онтологии. Это вопрос инструментов, которые используются при договоренности, или все же придется пойти в некую школу? Да, вот, потому что, вот он, если я правильно понял, он очень актуальный для всех здесь присутствующих. Да? Хотя бы философский взгляд на решение. Как донести свою картину? Отвечу на этот вопрос. Сейчас только давайте запомним, где-нибудь запишем его. И я сейчас закончу мысль, которая у меня есть. Значит, я говорил о том, что человек неволен. То есть, что им движут онтологии. И в этом смысле это не новый вопрос. То есть, этот вопрос занимал всех философов всегда. И Фома Аквинский, например, задавал вопрос, когда человек берет ложку, он берет ее сам или это рука Бога его заставляет его брать ложку? И я, конечно, в общем, склоняюсь к мысли, что вот Бог это вот ну, такое, может быть, древнее представление об онтологии. Ну, как это, в общем, ну, так не очень хорошо звучит, наверное. Но по-другому невозможно было объяснить, почему человек берет ложку. Я и сейчас думаю, что, в общем, ну, почему мы берем ложку, а не палочки, например. Это ведь Фома Аквинский задумался, почему берет ложку. Он не знал, что есть другой способ оперирования с едой, которым можно взять еду палочкой. И какой бог тогда берет эту еду палочкой? А чем онтология отличается от проведения? Хороший вопрос. Если удобно как бы, ну, вот оперировать таким словом, то можно сказать, что это проведение. Ну, то есть, если посмотреть, вот если бы у нас онтология была ну, каким-то вот, вот таким предметом, мы бы вот так на нее смотрели, как на онтологию, а вот так бы чуть-чуть так повернули, сказали, а вот здесь, смотрите, это парадигма. Потому что некоторые философы говорят о том, что есть парадигма, некоторые говорят о том, что есть стили в мышлении. Ну, тоже вроде другое слово «стиль». Но если так присмотреться, оказывается, парадигма только с другой стороны. Некоторые говорят, ну, не знаю, там, дискурс, например, то есть, там, длящийся. Я бы считал, что это все форма мышления. То есть, вот есть одно такое большое мышление, которое... Ну, когда мы говорим мышление, мы представляем, прежде всего, вот мозг, наверное, внутри черепной коробки, и говорим, вот там есть какое-то мышление. Но вот Георгий Петрович Чедровицкий говорит о том, что нет мышления. А до него, кстати, Маркс с Энгельсом говорили, что нет ничего вообще в истории человечества, кроме деятельности. А Чедровицкий говорит, нет деятельности как таковой. Есть мышление и деятельность. То есть вот новый термин будет, говорит, есть мыследеятельность.
Потому что вся деятельность связана с мышлением. Ну, как раз вот потому что всей деятельностью движет парадигма, движет онтология. Ничего человек не делает. И вот это еще говорит не просто мыследеятельность, а такая вот связанная с коммуникацией. То есть мыследеятельность, мыслекоммуникация. Потому что коммуникация существует не сама по себе. Она существует только внутри деятельности, внутри ситуации деятельности. Человек сам с собой не разговаривает. Она ему нужна вообще. Коммуникация только для того, чтобы совместно действовать. Больше ни для чего. И это вот такой трехслойный взгляд на мир, который позволяет нам некоторые вещи, которые раньше были разнесены по разным наукам, ну там в социологии что-то в психологии, что-то в эволюции, что-то в математике, там, я имею в виду в истории эволюции, как я сказал, соединить и посмотреть, сказать, а вот есть такая призма. И когда я вам рассказывал про схему мыследеятельности, я говорил, что и самое главное, обратите внимание, что когда мы смотрим на нижний слой, в нем там самое важное, это разделение труда по Форду, ну или, говорят иногда, декомпозиция работы, или там выделить бизнес-процесс. То есть провести вот здесь вот декомпозицию. По Форду это разделение труда. А здесь вот разделение властей. И когда мы в своей деятельности используем разделение труда и разделение властей, тогда, я предполагаю, деятельность становится институциональной и воспроизводится после смерти архитектора. Ну а каждый мечтает же создать такой проект, который жил бы после его смерти. Вот это достигается тем, что вот здесь у нас идет. Я не поняла, почему? Ну потому что он удерживается. Ну смотрите, вот Форд разделил труд у себя в компании. После этого все компании сделали такие же проекты, связанные с разделением труда. То есть раньше собирали машину как? Там, 10 человек. Делали сначала там все эти шасси, рамы, там, колеса. Значит, потом накладывали друг на друга. Там, ну, можно так делать, там, ну, сколько, ну, 5 машин в год, например. Да? Форд сказал, что там посмотрел, какие операции делаются. Взял 100 человек. Ну, там, на самом деле, это еще и Адам Смит на булавках объяснил. Взял 100 человек. Там 10 человек делали шасси, 10 человек делали там рамы, 10 человек делали стекла, там. 10 человек делали колеса и так далее. Потом это все собирали на конвейере. И 10 человек уже делали, поскольку они выполняли одну рутинную операцию, они ее делали быстро, и таких операций можно было бы в год сделать очень много. Ну, там, например, 1000 шасси, 1000 рам, 1000 колес, 1000 стекол. Ну, потому что простая операция, она не требует никаких затрат интеллектуальных, ее можно просто описать, просто собрать. И из таких операций Форд собрал машину деятельности. Это явление в экономике стало называться разделением труда. То есть для того, чтобы создать эффективное какое-то производство, труд надо разделить. Можно, ну я не знаю, выполнять какую-то работу самому очень долго, я имею в виду рутинную, но, конечно, перед нашей школой сейчас стоит задача сформулировать, каким образом мыслительные работы могут выполняться в схеме разделения труда. То есть, каким образом можно разделить труд в мышлении, ну, как бы интеллектуальные усилия. То есть, делегировать постоянно? Ну, наверное. Ну, на самом деле, не делегировать, а если вы уже научились делегировать кому-то, там, подумать об этом, подумать об этом, подумать об этом, как это все потом собирать вместе и присваивать результат группы. Можно делегировать, конечно. Но, в смысле, тут еще важно потом, как собирать. Я просто извиняюсь, я хочу вас поддержать. Ну да, делегировать, да. Но, во всяком случае, надо как бы говорить тому, что делать.
То есть не самому все делать, да, потому что это долго и тяжело, а сказать, кому что делать, и тогда можно собрать какую-то машину деятельности. Тогда можно умереть, а оно будет делать. Да, если у вас будут расписаны все операции между людьми, ну, на вашем производстве, эти делают одно, эти второе, эти третье, эти продают, эти изучают рынок и так далее, то можно умереть спокойно, можно работать точно не ходить. Ну, условно, каждый делает какую-то маленькую операцию, да, и поэтому его легко заменить, да, при необходимости, и процесс будет возобновляться. Спасибо вам огромное. Да, да. То есть надо заменить. Вернее, разделить труд на такое число операций, чтобы каждого можно было легко заменить. И сам труд при этом становится производителем. Но это касается только вот этого слоя. То есть здесь можно как бы все это сделать, в разделении труда. А здесь вопрос управления этим трудом. То есть вот то, что мы с вами разделили, это мы сделали как архитектор. Директор должен вот эти вот все наши маленькие операции, кубики в нашей машинке, собирать получается. А эти должны думать о будущем. А этот должен разрешать конфликты между ними. А этот должен привлекать сюда деньги. И это все вот так вот может жить во времени дальше. Я вам хочу сказать, что современный бизнес, он так и устроен. То есть если мы возьмем какую-нибудь там сигаретную компанию, БАП, например, или там ТНК БП, то у них будет дивизион управляющий, который управляет тем, что происходит в производстве и продаже. И как только, ну, условно говоря, я не знаю, там я не беру там сигареты, но мы представим вдруг себе, что весь мир состоит из вендинговых аппаратов на каждом шагу, то уже продавать там через магазины не нужно. И вот здесь вот сидят люди. Вот эти говорят, ребята, вендинговый аппарат. Надо находить систему, которая строит эти вендинговые аппараты, и заключать с ними договор. И они уже больше не продают там, я не знаю, условно говоря, сигареты через киоски, а все сигареты продают через вендинговый аппарат. Принимают такое здесь управленческое решение. Почему? Потому что им больше не надо, там, условно говоря, содержать собственных дистрибуторов или там собственную торговую сеть. Но такое же решение кто-то должен принять. Можно, конечно, предложение такое дать директору. Но в этом смысле, вот, согласно этой системе, он находится вот в этой позиции. То есть он думает о будущем и думает о том, как развивается бизнес. А слово вендинговый аппарат всем понятно? Аппараты по продаже, сигареты. Ну, мало ли. Сталкивался недавно с тем, что слово вендинговый аппарат, ну, понятно, не всем. Вот. Это я на какой вопрос отвечал? На разделение труда, да? Почему? Разделение труда и разделение власти. Значит, а был какой вопрос? Самый главный? Вопрос, как разрешать конфликт онтологии, да, мы тоже больше все-таки в практическом приложении, потому что он прямо сейчас происходит в проектной команде. Это вопрос, нужно перейти всем в какую-то новую религию, да? Или как-то, каким образом его решать? Да. На любом языке, да. Вот он прямо сейчас в жизни происходит. Ну вот смотрите, это огромный вопрос, серьезный, да? Значит, мы его на самом деле, вот так как в нашей школе он решается, я вам показал в начале нашей лекции. То есть, поскольку у всех разные представления о проекте, проект надо нарисовать. Ну, вы все рисовали там понимание предыдущей лекции, но обычно, когда я прихожу как консультант в компанию, я говорю, нарисуйте, что вы хотите. Кто рисует лучше, того и так. Нет. На самом деле, есть совершенно разные представления о том, что в компании происходит. Они рисуют, ну вот если у них 4 стола, 4 разных варианта, да? Если 6, то 6. Значит, и они рисуют представление, ну у меня есть такой пункт, да, о том, о чем я хочу вам рассказать. Игра как метод управления равновесием большой системы, проектирование игр и циклов игр.
То есть, по сути дела, мы окружаем правую действительность. Значит, и говорим, ну, нарисуйте, потому что, ну, они же привыкли к совещаниям все. Начинают в совещаниях рассказывать там какими-то непонятными словами о том, что они хотят. Мы говорим, ну, нарисуйте. Они рисуют организационную структуру свою так, как представляют. Вы знаете, получаются фантастические вещи. То есть каждый, естественно, видит проект по-своему, мне каждый не нужен. То есть я хочу, чтобы они делали это все там вот за столом шестером. Потому что каждый что-то поправит, внесет, и появится какое-то общее представление хотя бы между шестью людьми. А в компании работает 100 человек. Один из вариантов, как рисуют это, вот такой. То есть я спрашиваю, говорю, значит, а что у вас в компании, как все устроено? Они говорят, честно рассказать. Я говорю, ну, расскажите честно. Прям вот честно-честно? Я говорю, да. Да вот что у нас в компании, вот так вот все устроено. Это, мне кажется, иногда отражает то, что есть на самом деле. Значит, более продвинутый уровень. Ну, поскольку я таких игр провел уже больше 20 в этом году, то у меня есть разные варианты рисунков. Есть вариант вот такой. То есть у нас в компании вот так все вот. Девочки рисуют, да? Нет, и мальчики плачут. Мне говорят, у нас есть вот бизнес здесь. Здесь вот мы мотивацию. Здесь вот мы делаем там, выпускаем IT-продукты всякие. Когда я вижу такой рисунок, я думаю, вообще о чем эти люди думают вообще? Какой картины мира общей можно с ними достичь? Ну, то есть, мне совершенно непонятно. Это взрослые люди. Я думаю, что, ну, это связано с тем, что когда, ну, мы с вами будем о чем-то разговаривать, и я вас там попрошу нарисовать атомный реактор. Ну, что можно, как можно нарисовать атомный реактор? Я примерно так же и атомный реактор нарисую, скажу. Ну, вот так вот, вот тут атом. Вот, ну, так, ну, я не знаю, да? Ну, то есть, это какое-то, ну, вот такое общее представление, вот цветок, облако. Знаете, когда рисуют там, говорят, ну, вот еще у нас вот тут вот есть там директор, там, и вот так вот это все. Ну, то есть, это тот уровень, когда... Ну, какие-то вот облака. Я вижу чистое небо перед собой и облака, и больше ничего не вижу. То есть у меня какие-то вот фрагменты смысла всплывают. Что у нас там в организации? Я знаю, чем я занимаюсь, я делом занимаюсь, правда? Мне его поручили, и я свое знаю, что я делаю. А что в организации? Слушайте, ну вот как-то так у нас все устроено. Серьезный очень прорыв, если начинают рисовать дерево. Потому что дерево предполагает некие ветви, предполагает корни, то есть уже появляется какой-то процесс, что мы отсюда что-то берем, здесь что-то у нас есть такое, и, ну, это тоже такое природное восприятие, предприятие. Ну вот, оно хотя бы появляется. Если рисуют организационную структуру какую-то, говорят, у нас совет директоров, здесь вот, там отделы какие-то, здесь вот то, здесь вот клиенты у нас. Это уже тот уровень понимания ситуации, с которым можно работать. То есть можно уже потом несколько раз эту схему перерисовать, показать, что здесь управление разделено. Есть управление, есть слой деятельности, слой рефлексивного управления. В слое деятельности тоже не все однородно, давайте здесь все разделим. Здесь вот вы делаете это, здесь делаете это, здесь делаете это. То есть уже с такими схемами можно начинать работать. Соответственно, как бы хорошая схема, если она детализированная, если на ней представлены организационные процессы, организационная структура. Ну, я вот ее нарисовал пустой. Я не знаю, как ее нарисовать. Знаете, была одна компания, очень крупная, сумасшедшая, значит, и мы их попросили нарисовать свою структуру, они нарисовали, ну, вот так, как я, да, вот так. Только там не было никакого слоя людей, которых у них в компании работает 8 тысяч человек, то есть они их просто не видят. Поскольку это топ-менеджеры, они нарисовали организационную структуру только себя.
нарисовали органы управления, сказали, это вот мы, типа, нам больше ничего не надо, мы как бы вот так видим свою компанию. И поэтому, ну, естественно, должна быть какая-то работа такая коммуникационная по поводу того, чтобы они увидели вообще людей, которые у них работают. Соответственно, появляются вот такие картинки, и люди видят то, что видят другие. Начинают об этих картинках разговаривать. А я напоминаю, это мы встречаемся в игре. То есть мы говорим, это игра, мы иногда называем как проектная сессия или стратегическая. Просим всех обменяться этими представлениями. И вот в этой игре появляется общая картина. Сначала она появляется, ну так вот, знаете, как вот в темной комнате, я говорю, привыкают глаза. Иногда видно, что, что у этих людей глаза не привыкнут никогда. То есть для того, чтобы с ними прорисовать вот такую картину и уйти вот от такого представления, потребуется, ну там, еще 3-4 встречи. А на эти 3-4 встречи они не способны. И будет понятно, что, ну, картина у них не сформируется, и деятельность развалится. Да. Тем, как, кого именно вы собираетесь, с кем вы играете, там присутствует кто, представитель этих 8 тысяч человек? Нет. Это же менеджер. То есть мне не важно, какая схема у меня. Да. Проект возникает вот у кого-то здесь. То есть кто-то вот здесь вот видит эту картинку целиком. То есть тут, ну, как вы говорите, человек, который относится к этим 8 тысячам, он средство вот в этой деятельности. Его потом, скорее всего, заменит машиной какой-нибудь. Ну, там, в городе добывают, там, не знаю, там, какой-нибудь здоровый. Там, компьютером, если это бухгалтер. Не знаю. Автомобилем, если это рикша будет. Еще что-то. Ну, в общем. А как с ними коммуникация происходит? Как с ними происходит коммуникация? Хороший вопрос. Сейчас мы его тоже отложим. Значит, сейчас отвечу. Ну вот здесь вот понятно, да, как формируется картина. Первоначально должен сформироваться язык. Потом мы говорим о будущем. Рисуем картины будущего. Так же, как вы тренды. И как кто-то спрашивал, а как эту картинку перенести в будущее? Говорим, а как теперь вы свою организацию видите в будущем? Давайте нарисуйте. И они рисуют, как видят организацию в будущем. Ну, может быть, в словах описывают сначала. Но мне, в общем, всегда хочется посмотреть на рисунок. Потому что сейчас уже появилась какая-то бизнес-графика такая, в которой можно понятно увидеть будущую структуру предприятия. Хотя бы, ну, вот так вот, абстрактно. Потом мы говорим, ну а теперь нарисуйте, как к этому идти вы будете. Потому что иногда они, например, свою нынешнюю ситуацию видят плохо, будущую видят очень хорошо, а путь не видят. А иногда бывает и нынешнюю ситуацию плохо видят, нарисовать не могут. И будущую ситуацию плохо видят, нарисовать не могут. А путь, мы называем его дорожной картой, вот между этими двумя ситуациями, нарисовать могут. И по мере того, как они разговаривают об этом, об этом, об этом, я имею в виду тайм-лайн, у них начинает прорисовываться картина и настоящего, и своей дорожной карты, и будущего. А по мере того, как у них она прорисовывается, у них появляется язык. И уже дальше для деятельности достаточно сказать, слушай, а вот эти как бы парни-то, они говорят, да, слушаем, да, мы уже их послали, все нормально. И им даже не надо слова называть. Они уже, ну потому что слова же это отражение мыслей. И жесты отражения мыслей. Может им иногда станцевать друг перед другом нужно, чтобы у них общая картинка возникла.
и понимание. Таким образом, вот мы добиваемся понимания. А если уж совсем быть точным, и до этого, ну вот у меня пока не доходило, по-моему, за эти 20 игр, мы делаем игру, когда вот есть такая ситуация, да, с организационной структурой, все роли расписаны, или вот лучше здесь, да, есть там директор, партнеры, клиенты какие-нибудь там, сотрудники, отделы. Мы взяли вот эту вот картинку всю, которую нарисовали, грубо говоря, расстелили на полу и сказали, а теперь вот все клеточки, которые здесь есть, давайте займите. И вот они занимают все эти клеточки и говорят, ну, мы говорим, а теперь давайте вот как будто в этих клеточках у вас спектакль. Теперь работайте. И они начинают работать. Вот у меня тоже в одной большой компании, на прошлой неделе была такая сессия, они не видели этого управляющего слоя. Мы их посадили, потом они прорисовали этот слой. Я говорю, ну, теперь сыграем. Вот вы департамент управления персоналом. Вы, значит, директор этой большой компании. Вы владелец этой большой компании. Вы тут, там, так, 6 человек сидят. Ну, общайтесь, давайте друг другу. У нас какая проблема? У нас проблема привязки ролей в проекте к штатному расписанию. Давайте обсуждайте. У вас, товарищ владелец, какая главная цель? Он говорит, моя — повысить эффективность. Что вы понимаете под эффективностью? Он, значит, рассказывает. Мы моделируем ту ситуацию, которая возникнет в реальной жизни. Словами не опишешь, надо сыграть. Вот. И, ну, вот в прошлом году на курсе мы играли дизайн-менеджмент. Играли, рассказывали вот эту схему, значит, а потом там парень подошел, сказал, я не понимаю, что значит быть вот инвестором. Да. Команда супергероев готова. Поиграть? Да. Ясно. Ладно. Ну, так, на случай. Буду иметь в виду. Да. Вот. Значит, подошел парень, говорит, я не понимаю, что значит быть инвестором. Я говорю, о, очень хорошо. У нас в игре ты будешь владельцем крупного холдинга. Он сел как владелец крупного холдинга. К нему приходили, значит, разные предприятия, предлагали свои услуги. И он себя вел как владелец крупного холдинга. Потому что каждый понимает, собственно, как ведет себя владелец крупного холдинга, когда становится владельцем крупного холдинга. А когда приходит ему что-нибудь продавать, не очень понимает. И, в общем, такой опыт ему помог вот вживание в другую роль, помог ему понять, что именно должно происходить, когда он приходит продавать. Ну и, соответственно, в такой игре понимание возникает. Может быть, не сначала оно возникнет, может быть, второй раз придется игру проводить. Но можно спрессовать время и пространство таким образом, чтобы хотя бы в маленькой аудитории возникло, ну уж если не полное понимание, но хотя бы его иллюзия. Вот, собственно, если я ответил на вопрос. Я считаю, что в первую очередь понимание возникает, и картина мира общая возникает за счет более совершенных средств коммуникации. Ну, например, за счет таких визуальных представлений. И за счет того, что люди участвуют в игре. Должна быть общая ситуация деятельности. Конечно, если они не участвуют, они не ругаются. А? Понятно, что если они не участвуют, они не ругаются. Поэтому вопрос, что они ругаются, потому что участвуют. Мы напрацовываем, правильно? Да. Что, условно, это означает, что все участники команды сначала должны сесть и нарисовать свою картинку мира, да, каждый в своем углу. Да, потом они должны собраться вместе с этими картинками и начать про них разговаривать. Да. Проект. Да. Да, вот в ходе разговора выработается некий язык, там, который, из которого, может быть, не сразу, но постепенно родится что-то там, нечто другое из того, что сейчас есть. Ну, родиться мы искали с вами понимание. Понятно. То есть родится понимание, родится общая картина мира. Да. То есть, если, например, собираются люди, которые видят только деятельность свою,
и говорят, что мы ничего не понимаем про то, как нами управляют. Но у нас есть проект для тех людей. Мы говорим, ну послушайте, мир вот так устроен. То есть, давайте так, это ваша деятельность, тут есть еще вот это. Побудьте в их шкуре и посмотрите на свой проект с их стороны. Может, у вас мнение изменится о том, как с ними разговаривать. Но обычно это такие сильные проблемы в организации происходят. Вот в том случае, о котором мы разговариваем, картину будущего видит только один человек. Вот ты мне говорил про инновационную. Один человек в рынке видит картину будущего. А все остальные видят фрагменты этой картины. Дорожную карту, как к этому перейти, не видит никто. И ситуацию в инновационной медицине, в современной даже медицине, не видят даже в Министерстве здравоохранения. Я позавчера читал исследование, которое проводил Комитет гражданских инициатив по структуре правоохранительных органов. И они, например, пишут о том, что а структура Следственного комитета, типа Российской Федерации, даже нигде не опубликовано до сих пор. То есть мы не знаем, как ее привести к своим исследованиям. То есть, ну, мы бы хотели знать ситуацию, как она есть, но нам ее даже не около спросить. Потому что структуры нигде нет. А там, например, структуры там, Министерства внутренних дел, прокуратуры, судов приводят по разным источникам. То есть о чем это говорит? Что даже у министра или там, у руководителей правительства нет представления о том, какая администрационная структура существует в деятельности, касающейся правоохранительных органов. Ну и там приводят они разные примеры, где у них дубляж идет в функциях, как, какие у них есть разрывы в коммуникациях, в этой структуре. Это просто удобнее. А? Так удобнее. Как? Ну, когда нет четкой картины. Ну, кому? Ну, в принципе, вообще, ну, решать ситуации. Ну да, я вот специально записал тут себе. Это не просто так. Как я хотел вам сказать обязательно. В общем, дело в том, что управление как государством, так и предприятием, так по сути воспитание детей, имеет одну и ту же природу. И природа эта связана с различием картины. И вот я себе специально записал, думаю, надо вам сказать, что, значит, мы все учились по немоногу воспитывать своих детей и поняли, что лучший способ – вранье, угроза и шантаж. Поэтому мы когда говорим об управлении, есть, конечно, как бы методы, да? И вот эти, знаете, вот эти вот факты в истории, там, вот Гитлер, там, например, с проектом завоевания мира, Наполеон, то есть это же от понимания того, что одну картину мира можно распространить на всех. Вот уверенность в этом. Какими методами? Но если не подходят методы объяснения, воспитания, образования, ну можно выпороть, можно убить кого-то, можно запугать. А? Не пробовал. Как? По-хорошему, не пробовал с разными силами. Слушай, ну там с разными странами по-разному договариваются. Во Францию зашел там, без единого выстрела. Ну, у него представления какие-то были о действительности. Он считал, что так должен быть устроен лучший мир. Не только он. Он просто, ну, такой, один из последних примеров. Ну, правда, последние тут, говорят вместе. И более последние. По распространению своих картин мира. Но это ничем не отличается от ситуации в компании. Ну, за исключением того, что там никто не позволяет, значит, убивать. Ну, хотя тут тоже некоторые пробуют распространить свои картины. Но желание-то обмануть, замотивировать, сказать, что, ребята, вы нам поверите, все будет хорошо, вот так и так. Не выкладывая свои картины, не выкладывая цели, не выкладывая ясности того, чем мы занимаемся, оно присутствует во всех компаниях. Ну, я разговариваю с серьезными топ-менеджеры больших крупных компаний, они говорят, слушайте, конечно, вот с такой компанией, например, там, большой нефтяной,
имеет дело очень тяжело. Ну, потому что они разбираются в том, что мы им должны дать. И задают много вопросов, у них есть свое представление о том, как это должно выглядеть. Конечно, когда мы с какой-нибудь другой компанией работаем, ну, менее опытной и не такой иностранной, то, в общем, мы как бы им что-то говорим, они нам верят, и у нас все как бы легко получается. Но это же вранье, правда? Ну и угрозы и шантаж тоже мы всегда с вами проходим нормально, на рабочем месте. Ну, я тебя уволю. Не сделаешь. Ну, по сути дела, я считаю, что да, есть все эти способы. Я хотел сказать, что их там 4. Ну, там вранье, вот можно подменить. Обезьяны, кстати, не пользуются. Есть исследования, чтобы что-то взять там в комнате, они там начинают, значит, мошенничать, могут обмануть и цели добиваются. То есть очень древний способ. Ну, коммуникация, ну, мы же говорим, тяжелая, легче обмануть. Вот. Можно заставить, тоже такой способ есть. Есть, конечно, способ, когда тебе верят. То есть ты говоришь, что у меня есть схема, я все вижу. Потому что, ну, вот эти вот большие командиры, которые отправляют людей на смерть, люди же идут, понимая, верят, вернее, в то, что они предполагают, что не будут пушечным мясом. То есть, ну, как бы думают о том, что лидеры знают, ну, там, эту схему или какую-то другую схему, но, во всяком случае, знают карту хотя бы боевых действий. Знают карту города, где происходит это все. Знают карту клиента. Знают карту сотрудников, знают карту трендов, лидеры. Поэтому ни туда не приведут и верят лидерам. Но в этом случае, да, те, кто верит, они как рабы, то есть дети. Спинов по этому поводу говорит, что тех, кого... Помните такое выражение, есть свобода, осознанная необходимость. Он говорил о том, что тех, кто знает, мы назовем свободными. То есть тех, у кого есть знания, мы назовем свободными. Тех, у кого знаний нет, мы назовем рабами. Ну, потому что у них глаза закрыты от знаний. Поэтому, чтобы куда-то идти, надо знать. Но есть четвертый способ. Вот он такой. То есть, когда выложена картина, мы все знаем, какие цели, куда идем, кто управляет. По этому поводу есть коммуникация. Тогда все становится понятно на свои места, и люди осознанно, будучи свободными людьми, отрефлексируют всю эту ситуацию, готовы идти вместе в будущее. Я, конечно, когда прихожу в какую-то компанию, я стремлюсь, чтобы люди осознанно понимали, куда компания двигается, видели всю эту карту. Ну, хотя бы хоть так, хоть так, хоть так. И я считаю, что это нам дает энергию к движению, энергию к деятельности. Ведь у слова «воля», «свобода» есть еще и такой оттенок, что это сила воли. То есть это дает волю. Свобода – это про то, что энергия, сила. А сербы, сербов тоже есть слово «воля», «воля», они этим словом называют «любовь». Такая вот коннотация, такой смысл. То есть, когда нас прет, мы двигаемся, хочется жить, работать, действовать, это от того, что мы свободны, сильны и находимся в такой любви большой, в жизни, к работе и ко всему. Для меня это так. Я чувствую, что мы должны заканчивать, да?
Какие есть вопросы? У меня был вопрос насчет публикации с одним из 20 тысяч. Ну, да. Ну, смотрите, он же обязательно должен быть здесь. То есть его позиция обязательно должна присутствовать. Нет, вру. Не должна. Извините. Это вот зачеркнуть. Не должна. Он для нас не существует вообще. Это средство. И как быть с ним коммуникация? Я вам говорю. Первый вариант. Обмануть. Второй вариант. Купить. Третий вариант. Запугать. Четвертый вариант. Предъявить ему всю картину, сказать, слушай, двигаемся вот туда. Вот так с ним быть коммуникация. В принципе, сейчас можно на рынке труда купить. А? Ну, заменить, естественно, можно. Можно купить такого же на рынке труда, можно заменить машину. Как же 7 навыков кое, которые можно заменить? Как у каких? 7 кое, которые можно заменить. Ну, я слышал, конечно. Еще раз, ну просто подчеркиваю. Нет, ну вы говорите про 4 варианта, это можно заменить данную модель. А. Но ведь можно заменить те же самые те 7 навыков. Ну я понял. Но ну может быть он больше видит. Я вот... Но это, наверное, зависит от степени. Ну а какие вы видите профессии? Чем более творческая профессия, тем более умными способами надо действовать. Ну смотрите, ведь этих способов изобретается огромное количество. Люди же для этого, ну там, условно говоря, придумали гороскопы, ну потому что, ну чтобы обосновать, как нам надо договариваться друг с другом. Придумали психологические типы, чтобы говорить, что ну вот раз у нас не получается коммуникация, значит мы просто вот обусловлены тем, что у нас разные психологические типы. Придумали мотивацию. То есть говорят, что ну вот можно еще вот так вот замотивировать людей. Вот еще. Это же все про управление и про манипулирование. Поэтому, ну, когда-нибудь эти 7 навыков у Кови кончатся. Так же, как закончился же, ну, история, я надеюсь, Гитлер. Ну, это же последний раз, когда кто-то захочет распространить свою картину мира на большую часть суши. Просто на каждый этот инструмент появляется сразу новый инструмент. Люди не хотят подчиняться. А подчиняться могут те, только у кого глаза закрыты. А если у многих людей сейчас открываются глаза? Ну, то есть весь мир состоит из людей с открытыми глазами. С проснувшимся мышлением. Они все образованные люди. Как ими управлять? Мы помним, да. Я хотел сказать еще, если у меня есть 10 минут. Есть? Конечно. Если. Ну, или можно перенести. Да? Я хотел сказать, что смотрите, как устроено управление. Я пытался это в прошлый раз сказать, я не знаю, как получилось у меня или нет. Мы, по сути дела, отдираем от человека. Ну, такую как бы кожу, которую считаем компетенцией, и которую только вот она нам нужна. То есть я же вам не нужен, как там человек, там, Максим Осовский, там, с историей там, какой-то жизни, там, детьми, там, еще какими-то личными там, взаимоотношениями с людьми и так далее. Я у вас как функция. Я открывать рот и рассказывать. Вот это моя компетенция. Ее у меня отрезали, мне за нее заплатят. Я вам пришел открывать рот. Если я собрал какую-то машину деятельности, мне нужен дизайнер, который нарисует, я не знаю, там, сайт. Я от него отодрал компетенцию. Сказал, нарисуй мне шаблон. Он мне нарисовал шаблон. Я от другого оторвал. Сказал, парень, теперь ты мне инсталируй движок. Он мне, значит, пошел, оплатил там хостинг. Ну, мне уже хостинг не нужен, как бы с кем-то договариваться. Он уже через интернет. Там 10 лет назад для меня была большая проблема купить компьютер, посадить системного администратора, чтобы он держал у себя там
на Винчестере, ну, условно, интернет постоянно, и хостил бы мне это, да? Теперь мне это не нужно, я плачу кому-то деньги, даже не за компетенцию, а за услугу. То есть слугу я где-то взял вообще себе. Мне там будут вечно хостить мой сайт. Мне уже не надо своего системного администратора с компьютера. Эта компетенция мне установила там движок. Теперь я взял третьего, отрезал от него компетенцию. Сказал, слушай, а теперь ты мне шаблон привяжи к движку. Он мне взял шаблон, движку привязал. У меня машинка деятельности закончилась. То есть мне сделали сайт. Я оторвал компетенции от всех и сделал. Как я эту процедуру вообще провел? Я ее сначала замыслил у себя в голове. То есть я сказал, что мне нужен вот какой-то такой вот результат. Сайт какой-то. На хостинге. У меня ничего нет. Я сказал, что мне нужны вот такие компетенции. Я их собрал. У меня получился вот такой сайт. Этот сюда дал шаблон, этот здесь привязал к движку. Этот движок пошел вот сюда. Я сделал проект. Мне надо было ему объяснять цели мои, еще что-то. Я таким образом 150 сайтов могу сделать. Но мне нужны только какие-то вот конструктор какой-то. Мне надо из лего собрать деятельность. И мне в моей деятельности люди не нужны. И в этом смысле, конечно, в России драматический момент. Люди, которые работают и приходят на работу, они не готовы себя воспринимать как функции, как компетенции. Ну вот если мы говорим не о стартапах, не о дизайне, а вообще просто о жизни. Человек не готов вот так вот от себя отрезать, сказать, я прихожу раскрывать рот. То есть человеку хочется, чтобы встретили, здравствуйте, вот здесь можете раздеться и так далее. А руководитель не готова из компетенции собирать машину. Потому что для того, чтобы собрать такую машинку, надо очень четко разбираться в деятельности. Понимать, какая компетенция, на каком этапе должна быть. Хочется взять кого-нибудь себе в рабство. И сказать, парень, мне нужен сайт. Какой, я не знаю, но сделай мне его, пожалуйста. Он пытается объяснить, там, с каким дизайном, там, я это не могу, я, значит, я тут только шаблоны там, привязывать не могу, я только дизайн могу рисовать. А он в рабстве уже. Я ж тебя нанял, я тебе плачу полностью за все, я ж тебя смотивировал по стилю Лукови. Должен работать, отдаваться полностью. Хочешь? С 8 до 12 ночи. Не хочешь, я тебя уволю. То есть они существуют все-таки? Какие? Ну, компетенции управления. Ну, смотрите. Вы же оперируете. У нас же в договоре между людьми в России нету этого представления. В смысле, в словесном? Ну, вообще, ну, вот в воздухе. То есть я же не могу найти нужные мне компетенции. Я же не собираю из них машину. Ну, просто, ну, так в жизни. Как на всех предприятиях. Руководители не умеют собирать из компетенций машинной деятельности. Люди не умеют от себя их отделять. Потому что, ну, это тоже связано с определенным периодом развития мышления в стране, в языке, может быть. Не, ну, нет, возможно сделать, но просто она будет не такая крутая, как вот эта. Нет, ну, конечно. Она будет работать, у меня на работе такая работает. Вот то, что вот здесь, это вот здесь. Вот. Видишь, вот здесь вот средства. Вот мы вот здесь вот без компетенции собираем. Но они существуют там, управление и компетенции. Да. А? Ну, вообще, конечно, существуют. Не, ну, все существует. Но я как бы жестко говорю, что не существует, потому что до этого еще дойти нужно. Ну потому что если вам один из людей ваших скажет, что я ухожу, что вы будете делать? Понять почему? Понять почему? Новый российский. Это философ.
сказали, ну иди. Ну, нарисует схему. Понятно, почему это в маленькой компании. А в большой компании никто понимает не будет. Какое значение он имеет? Если он имеет какое-то значение, то да. Если нет, то зачем удержать? Ну, не знаю, у вас у всех есть опыт по этому поводу. Я как бы просто высказываю вашу точку зрения. Вы тоже можете мне не верить, что картина мира, она такая. Ну, я тоже не совсем понимаю, как можно вычеркивать человека, который производит продукт, который является своей целью. То есть то, как он будет работать, от этого зависит качество продукта и достижение своей цели. Смотрите, я же не предлагаю здесь рассуждать о человеке. Я говорю, мне же нужны не человек, а компетенция. То есть, а если мы переходим на этот язык компетенции, ну мы, наверное, еще туда что-нибудь добавим. Ну, возможно, мы действительно тогда начнем рассуждать о том, что у нас в русском языке называется HR, Human Resources. То есть у нас же не департаменты по кадрам, да, сейчас, а кадрам это значит по людям. А Human Resources это ресурс человеческий. Вот те же компетенции. То есть, по идее, это же должны быть департаменты людей, правда? А мы же их не называем департаментами людей, мы называем их департаментами ресурсов, так же, как природных ресурсов. У нас есть министерство. Это человеческих ресурсов. То есть мы же хотим, это же для нас. Потому что, если бы, ну, вот мы бы с вами договорились, говорить, да, здесь компетенция. А там, в другом кабинете, бы кто-нибудь объяснял людям, которые хотят наняться на работу, что, ребят, вас не идет, ну, когда работодатель вас хочет, он не берет вас в рабство. Ему нужна у вас только компетенция. Чем четче вы ее сформулируете, тем точнее он ее оценит и у вас купит. Вот если вы ее сформулируете четко, он вам прям вот столько денег отдаст. А вы еще что-то хотите от него? Ну типа, а вы как работаете, правда мне скажите, что вы еще хотите за свою компетенцию? Кроме денег. Ну, не знаю. А? Страховку? Уже торгуется. Ну, типа, я вам надо столько заплатить, чтобы вы ее могли купить. Правда? Я бы хотела свою компетенцию иметь и возможность повышения своей компетенции. Ну, ради бога. Это мы можем вам пообещать. Но можем обмануть. Да. А правильно я тебя понимаю, что ты говоришь, что уникальность нашей ситуации в России в том, что мы сейчас отличаемся от того, что есть на Западе. Когда люди легко продают, в Америке легко человек продает свою компетенцию, его не волнует, какую систему деятельности он включен, его никакие контексты не волнуют, он по контракту выполнил, ему по контракту заплатили. Он пошел домой. Да. А ты сейчас вроде как говоришь, что в этом-то наше счастье, что мы не такие, как они, и мы можем свою деятельность организовать по другим принципам. И не делать свои предприятия как вот частичку своей схемы, такую примитивную, а делать свои предприятия комплексными, большими. И в этом-то наше преимущество, что мы сейчас, имея проблему, из нее можем сделать свое преимущество, как свой конкурент. Я думаю, что, конечно, это красиво, Максим, то, что ты сказал. Не, я так это исправил. Ну, все равно красиво. Потому что я, конечно, считаю, что здесь компетенция, и это, ну, чисто, конечно, такой вчерашний подход, это единство. Но если людям давать всю картину мира, обсуждать с ними, играть с ними, рисовать с ними, с сотрудниками в том числе, конечно, это человеку дает видение всей карты и позволяет ему далеко идти, то, о чем тут говорит Максим. Мы так пытаемся реально, конечно, делать с собой. Не только топ-менеджер. А где тут команда? Вот это управленческая структура? Ну, то есть, вот я не помню, на вашей лекции мы говорили или нет о том, что, в принципе, все самые крупные корпорации, они становятся успешными там, за счет того, что они построены действительно на хорошей команде. Команда должна быть управлении или все-таки в производстве тоже. Ну смотрите, то есть смотря как бы
На кого вы хотите распространить картину? Женя, ты уходишь? Да. А что? Да так, слегка. Ехать надо. Спать еще хочется. Есть. Так, может, ладно. Продолжим, правда, на следующий раз? Давайте на следующий раз продолжим. Спасибо.